Открытие новых вех в истории Казахстана. В Петропавловске состоялась региональная научно-практическая конференция «Казахское ханство как основа государственности казахов». О том, какие важные факты обнародовали на встрече, в материале Гульнары Кали. В этом году исполняется 550 лет со дня образования Казахского ханства. Эта историческая дата очень важна для всех граждан нашей страны. Возвращение к истокам демонстрирует, что казахский этнос имеет богатую историю и традиции, а также бесценный опыт построения государственности. Об этом говорили участники региональной научно-практической конференции. Великие ханы Керей и Жанибек, которые впервые основали государство Казахское ханство. И в дальнейшем это его продолжили хан Абылай, который мне создал, укрепил наши границы, который держал дружественные связи и с Россией, и с Китаем. Нужно отметить, что в истории средневекового Казахстана 15 век занимает особое место. Сложившийся в результате многовековых этнических процессов казахский народ образовал собственное ханство. В нем были заложены прочные основы роста населения, расширения территории, хозяйственно-культурной жизни. Нужно сказать, что торговые взаимоотношения российского государства и казахского ханства официально начались при Абылайхане. Это крепость Святого Петра, ныне наш город Петропавловск. И в первые официальные торговые отношения китайским государством тоже было при Абылайхане. Он тогда, в 1758 году, отправил Кабанбай Батыра как посла. И с этого периода начинаются торговые взаимоотношения официальные казахского ханства с китайским государством. Тему «Казахское ханство как основа государственности казахов» преподаватели Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Казыбаева и представители общественности обсуждали со студентами. Молодежь должна знать историю. Именно через познание прошлого своего народа закладывается фундамент будущего, считают педагоги. Конференция направлена на патриотическое воспитание и углубление знаний об истории. Мы должны укреплять наше историческое сознание, наш патриотизм, единство народа. Здесь же вниманию участников конференции была представлена книжная выставка «Казахское ханство как историческое наследие предков». Гульнара Кали, Владимир Боровков, новости МТРК.